Село Осташово относилось раньше к Бронницкому уезду Усть-Смерской волости. Было оно расположено в центре местного Старобрядческого края на перепутье дорог. Через Осташово проходило много люда, особенно осенью. Крестьяне отправлялись на заработки в Москву. С давних времен в селе имелось 4 постоялых двора, где путники могли остановиться, отдохнуть и переночевать. Среди старообрядческих поселений Осташово единственное, которое можно было назвать селом. Здесь находится Владимирская церковь, которую построил князь Григорий Шаховской в 1763 году. После него село и усадьба принадлежали княгине Голицыной. Рядом с храмом и по сей день находятся остатки усадебного регулярного парка, называемого ныне «Липовый сад». В углу сада стоял деревянный барский дом, а сам сад был огорожен забором. Неподалеку находились пруды верхний и нижний. Как говорят, они были вырыты руками крепостных, которых за провинности пороли по субботам. И, как поговаривают крепостные, за неповиновение рыли их деревянными ложками. Было в Осташове и свое дело – выращивание огурцов, за что жители села получили прозвище «огуречники». Также здесь был развит кустарный промысел – изготовление роговых пуговиц. До основания колхозов почти все осташовцы имели по 2 лошади, по 2 коровы, держали овец. Некоторые семьи занимались изготовлением домашней колбасы и скупали скот. В престольные праздники в деревне было много гостей. Приезжала ярмарка и карусель, открывалась торговля в Липовом саду. Но во времена коллективизации по селу прошла волна раскулачиваний. Позже на окраине Осташова устроили колхозный коровник. Была также начальная школа. Потом и коровник, и школу снесли.